Все не то, все не так. Ты мой друг, я твой враг. Как же так? Все у нас с тобою. Был апрель и в любви мы клялись, но, увы, пролетел желтый лист по бульварам Москвы. 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят обещания. В день, когда я совсем один, я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 сентября. Журавлей белый клин, твоя дочь и мой сын, все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру поиграли с тобой, но пришел сам собой. 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят обещания. В день, когда я совсем один, я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 сентября.
души во мне найти. Здесь есть пусто и плен, здесь есть сестра и шик. Умею так любить, что мужики держи. Приболел, поэтому не выходил в эфир, новых песен не пел, простудился, да, и написал новую песню, которая не требует голосовых таких качеств. Назвал ее «Коронавирус». Такая веселая песня. Вот там много азербайджанских слов, русские могут не понять, но азербайджанцам будут очень интересно. Вот. Так что давайте послушаем новую песню про коронавирус. Но не забудьте подписываться. В последнее время плохо так стали смотреть. Обидно, клянусь, честное слово. Яхши, давай бахах. Сначала я спою ее. Мы сейчас все на карантине. И я вот попробовал, не выходя из квартиры, написать песню и сделать клип. Интересно, что получится? Сейчас посмотрим. Пришел коронавирус, войдя
влияй. Если он к тебе придет, не дай бог, он тебя убьет. Вот теперь сижу дома я, не хожу гулять я в лес, кушаю даже что нельзя, только набираю вес. Коронавирус, ты зачем пришел? Уходить из нашего двора. Коронавирус, давай отползай, а по-нашему пасбайра. Коронавирус, ты зачем пришел? Уходить из нашего двора. Коронавирус, давай отползай, а по-нашему пасбайра. Эй! Sen öylese, buna gelse, onu parça parça eliyerem. Oh, hırasın biri, oh, hırasın. Все собаки крайне удивлены, хозяева все в намордниках. Все вокруг похоже на одно лицо, что творится вах, 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 вах. Коронавирус, ты зачем пришел? Даю время тебе до утра. Если ты по-русски не поймешь, он-то давай пасбайрам. Коронавирус, ты зачем пришел? Уходить из нашего двора. Коронавирус, давай отползай, а по-нашему пасбайрам. Коронавирус, ты зачем пришел? Уходить из нашего двора. Коронавирус, давай отползай, а по-нашему пасбайра. Эй! А эшшеем бери эшшей, эльчек бизден, да? Köpek oğlu, hardan başıma düştün? Все мои планы нарушил ты, тебе это я не прощу. Что стоишь у порога ты, упертый как баран? Если ты по-русски не поймешь, так это скажу, рядом бурдан. Ох, хорошо. Коронавирус, ты зачем пришел? Уходить из нашего двора. Коронавирус, давай отползай, а по-нашему пасбайра. Коронавирус, ты зачем пришел? Уходить из нашего двора. Коронавирус, давай отползай, а по-нашему пасбайра. Собака! Извольте узнать, какая собака? Коронавирус, собака! А, понятно! Вот такая песня получилась. Не забудьте подписываться, и передайте эту песню дальше. Пусть люди смотрят, да. Любимые песни жителей деревни Чертовищи «Танцуют все». We'll be right back.
спасибо для таких замечательных зрителей. Очень приятно.